Снова всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем смотреть Батька Официал. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете об этом видосе, обязательно в конце, да? И полетели! Let's go, ребята! Батя и беременность. Кто же все-таки отец? Я отец, блядь. Поехали. Вайбовая! Насмотри, складку имбе смонтировал. Подождешь, Даня. Спасибо. Бля, мне, короче, ребят, сегодня донаты два раза приходят, поэтому терпите. Они где откопали вообще вот это вот? Все, Лен, я снег почистил. Ну, наконец-то, давай кушать садись. Не, я сейчас уже уезжаю. Куда? На рыбалку, я же вчера тебе говорил. Вы что, совсем идиоты? В такую погоду? Ой, все, не начинай. Ой, ненормальные. Сейчас на рыбалку вообще ехать не надо. У меня погода прям 0 градусов около того. Затонет нахуй, рыбачок. Кны-кны, грустный смайлик. Кны-кны, поплачь, Степочка. Ёпта, Петрюш, где тебя носит? Я уже весь промерз. Сейчас, Серёг, еще за удочками сбегаю и поедем. Что, это я? А, бля, это не я. Че пизданется. Ой, бля. Ебать, реалистично, ё. А все. А, не живой, нихуя. Ну что, принцесса, собралась? Серёг, не подъебывай. У меня там шапка такая, бля, вместо каски. Спасет. О, слезы, блядь. Ребят, жиза, да? Ну, у вас сейчас такой же период. Вот что ты плачешь? От того, что ты ноешь, домашняя работа сама себя не сделает. Давай, бери ручку и пиши. Домашняя работа. Я уже пятый раз переписываю. Ничего страшного. Ну, тогда сама бери и переписывай, раз ничего страшного. А, бля, беременна, точно. Фу. Мам, что с тобой? Ничего. Беременна, значит, ебалась. Сынок, иди уроки делай. Ну, правда же. Привет, Ленок, чем занята? Привет, Светик. Блять, прям реально в деревне какая-то бабка. Да ничего, по дому хозяйничаю. Может быть, ко мне придешь? У меня бутылочка игристого, посидим, поболтаем. Ой, нет, Светик, я что-то себя так плохо чувствую сегодня. А что так, заболела? Да нет, наверное, огурцами солеными траванулась, тошнит весь день. Так ты же их никогда не ела. Как не ела? А когда Раиска беременная была? Вот это вот, блять, Раиска нахуй, везде, блять. Лена, это, конечно, не мое дело. А вот вы когда спать ложитесь с Витей, он укрывается? Ну, конечно, укрывается ночью. Типа он ее, блядь, выебал, когда она спала, блядь? Уже холодно. Нет, ты меня не поняла. Он капюшончик одевает? Ебать. Гандон, типа. Какой еще капюшон? Ой, ну как тебе сказать? Гандон, говорю, презик там. Уже как есть. Мне кажется, ты беременна. Ой, Света, не неси ерунду. Какая? Это же прям хата в деревне, реально. Я прям, блядь, когда в деревне был, там точно такая же хата. Все точно такое же. Нет, представляешь, это самая моя лучшая рыбалка была, правда, мы нихуя не поймали. А что тогда? А в чем прикол рыбалки? Блин, что случилось? Гормончики. Вот надо же, да, для видоса, блядь, нашли где-то беременную женщину, блядь, и попросили ее насать на полоски. Леночка, ну не переживай, я тебе еще раз говорю, все будет хорошо. Витя, ты понимаешь, что не все так просто? Ребенок в нашем возрасте, это очень тяжело. Его нужно одевать, кормить. А мы и так втроем живем от зарплаты до зарплаты. Ну ты нашла проблему, устроюсь еще на одну работу. Витя... Че, реально ты долбоёб, алё? А как же бессонные ночи, вечные капризы? После рода вся жизнь наша изменится. Ты готов к этому? Лена, конечно, на все 100%.
Я тебе скажу даже больше. Да, рожаем как можно больше, все правильно. Я очень счастлив. Я никогда не был так счастлив, как сейчас. Витя, ты точно уверен? Ой, бля, обиделся. Ну, конечно, Лен. Ведь дети — это цветы жизни. Какие нахуй цветы жизни? Еще? Чего, блядь, виноградца мне на шею не хватало. Петрю, что ты перед... А чё ты, блядь? Что ты? Чё за переобувка, блядь, ёбаная? Не переживай, всё нормально будет. Сынок, ну ты интересный, это же не всё так просто. Его нужно одевать, кормить. Ну ничего страшного, устроишься ещё на одну работу. А сейчас ещё после родов начнётся вот эти бессонные ночи, слёзы, истерики, каканье, бегание по больницам. Вот что ты истеришь? Блядь, аж, вот реально вспоминаешь, чё такой ребёнок, блядь, не хочешь сразу его? Ну, в плане, этот... Это тебе крупно повезло, что у тебя есть такой хороший друг, как я, который всегда тебе поможет безвозмездно. Правда, Серег? Конечно, Петрович. Вместе вы справитесь, и все у вас будет хорошо. Долбоебы! Никогда так не делайте, блядь. Никогда, слышите? Никогда. Нет денег, нет квартиры, машины, блядь, нет дохода постоянного. Пизду. Не заводите ребенка. Семья, я дома. Привет, Витя! Здорово! Что, как дела у вас? Все нормально, Витя. С утра с Асланчиком позавтракали, а сейчас гулять пойдем. Каким еще Асланчиком? С сыном нашим. Бать, пузо выросло за денек. Там какой-то, блядь, Люцифер рождается или что? Решила его так назвать. Не надо никаких Асланчиков. Имя я уже выбрал. Какое? Нормальное славянское имя. Славян, да? Тихон. Да ты че за... Витя, ну какой еще Тихон? Так, все я сказал. Тихон, да. Раиса, ты готов уже к уходу? Куда? Ну, из дома. А зачем? Ну как, у тебя же скоро братик или сестренка будет, а это значит, что родители должны будут тебя выгнать. Бадик, ты шутишь? Нет, Раиса, это правда. У меня так было. Я помню, когда я родился, через год мои мама с папой выгнали старшего брата в город. И теперь он приезжает только на выходные за продуктами. А где он теперь живет? Не знаю, вроде как в каком-то ПТУ. Блядь, ну как бы да. Здорово, мужики, шо, как дела у вас? Здрасте, дед Петрович. А ты шо молчишь? А какая тебе вообще разница, как у меня дела? Ой-ой-ой, я беду кинул. Света, на завтра ничего не планирую, я на хоккей еду. Сереж, ты что, те деньги, которые тебе на продукты давал, а на билеты потратил? Ты что, с дубу рухнул? Я их подарок получил. В смысле? Ты про Тинькофф Банк слышала? Да вы охуели, две рекламы, блядь, вы что, ебалю, а это ненормально, блядь, такое. Ой, не говори, Серёж. А главное, денег с гульки хуй, ребёнка же поднимать нужно. Чем они вообще думают? А потому что всегда надеются на кого-то, всю жизнь с протянутой рукой. Вот, взрослые. Сука, деревенский, ебать, раньше всегда в лицо такие, типа, да ля-ля-ля-ля, а потом, блядь, сука, блядь. Люди. За спиной как срут, так пиздец. Надо же немного головой думать. А это ты сам виноват, ты их распустил. Как что им помочь, сразу первый бежишь. А знаешь что, Свет, а больше хуя они от меня помощи получат. Сюрприз, гуманитарная помощь. Да ну так нельзя, блядь, как два раза, блядь, просто персонаж делает ровно противоположное действие, блядь. Серёж, спасибо! Пользуйся! Вечером ещё привезу. Витя, ты не поверишь, там Серёжа столько всего для ребёнка привёз. А кроватку? И кроватку тоже, правда, её собрать нужно. Лен, давай я немного отдохну и потом соберу. Да-да, Витя, конечно, отдыхай. Витя, я у тебя еще хотела спросить. А тебе не кажется, что я поправилась? Ну, блядь, то ты беременна. Алло, конечно, ты поправилась. Мать, ты шо, блядь, рыжая, ебанулась? Да вроде нет. Мне кажется, даже похудела. Ну, вот же, посмотри, как бока опухли. Не знаю, Лен, я ничего не вижу. Витя, я не обижусь. Мне правда, это очень важно. Да-да-да-да-да, смотрите, сейчас что будет. Ну, скажи честно, я же поправилась? Немного. Ну, есть чуть-чуть. Ах ты, сука неблагодарная! Не устраивает тебя, значит, да? Ну ищи тогда себе молодую! А, кстати, хули ты лежишь? Давай пизду кроватку собирай! Как раз ты вовремя! Давай переодевайся, будем кроватку собирать! Он ушел? Он в ПТУ поехал! Да? Здорово, Михалыч, вызывал? Да. Да-да, Виктор Петрович, проходите, присаживайтесь.
Слух по заводу слышал, что новый Мерседес за 6 миллионов взял? Нет, не слышал, Михалыч. Ну вот, чтобы всем рассказал. Ага, я могу идти? Подожди, еще какая-то важная хрень была. Точно, с будущим пополнением тебя. Спасибо, Михалыч, спасибо. Важная хрень. А еще ты у нас попадаешь под государственную программу. Под какую? Наше государство дает тебе квартиру в городе и 1 миллион рублей. Сколько? Ебать. Я на завод, ребят. Пока, блядь, я стрим вырубаю, все. А, этот тоже захочет, блядь. Лена, у меня для тебя замечательная новость. Ты купил мне свиные ребрышки с ванильным мороженым? Лучше! Мы с тобой будем скоро обладателями квартиры и 1 миллиона рублей. В смысле? Сегодня Михалыч на работе сказал, что мы с тобой попадаем под государственную программу. Это получается, у нашего ребенка уже будет своя квартира? Да, а на этот 1 миллион сделаем ремонт в нашем доме. Какой ты пиздёж, как будто нет такого ощущения. Не может быть все так охуенно, алё. Ну шо? Свет, ну ты представляешь, квартиру и 1 миллион рублей. Да, Серёж, вот им повезло, конечно. Так давай тоже заебашь. Ну считай, квартиру можно сдавать, а 1 миллион в банк по проценты положить. Да. И завода, кстати, уволится нахуй, а? Слушай, Светик, а может нам тоже? Что тоже? Ну квартиру с миллиона получить. Ребенка завести? Ну да, и это тоже. Бля, прикиньте нахуй, как обидно будет ребенку, когда он узнает, что его чисто ради квартиры завели, блядь. Ой, я даже не знаю, Сереж. Ну а что, Светик, тряхнем стариной. Ты у меня еще баба в самом соку. Сереж. Тури-рури, тури-рура. Ой, бля. Тури-рури, тури-рура. Серёж, ой, иди ты, дурак, я пошла. Прям вспоминаем, что это нихуя не женщина, а просто мужик в парике, блядь. Серёжа! Серёжа! В итоге, сука, оба с детьми будут и без квартиры. Витя! Вить! Витя! Витя! На, жо! Ты не спишь? Нет. Я шашлык хочу. Сейчас езжу куплю. Нет, я такой не хочу. А какой ты хочешь? Я хочу ворованный. То есть ты мне... Бля, ну... Ты предлагаешь украсть где-то шашлык? Ну да. Или ты меня не любишь? Ну, вообще ворованное вкуснее так-то. Ну и вот, короче, с этой беременностью заеб поймала, вот нужен ей этот шашлык. Не обращай внимания, Петрович, у них такое бывает. Серег, дай палку шашлыка. Петрович, бери, конечно. Неворованный, бля. Чувствую, Петровичем пахнет. Блядь, сука, шашлык захотел, ёб. Лена, ты что плачешь? Ты меня не любишь! Почему? Потому что это не ворованный шашлык! Фу, бля! Вкус. Как она поняла? Не дай бог, вот, блядь, я такой же хуйней буду когда-нибудь заниматься. Не дай бог, блядь. Весь, что ли? Да ты охуел. Возможно же, когда хочешь. Охуеть. Ну что там? Ничего. Я что-то не понял. Ты что, не беременна? Серёж, ну ты интересный. Это же не с первого раза делается. Бля, я послушал сперма, блядь. Нужно смотреть по лунному календарю, выбирать дату, подсчитывать время. Ну значит, будем стараться. Что, блядь, лунный календарь? Ha ha!
что, квартиры перепутал, блядь? Дай же ответ, что не позабыл. А! Фу ты, блядь, это сын. Бежи отсюда! Погуляй, сыночек. Срать захотел, ебать, что сразу секс-то? Прям в коридоре хотел навалять. Ведь писем нет, вот уже 4 дня. Милый, не греши, напиши. Живу я без тебя, словно во сне гай. Да они пока, блядь, все это сделают, там уже и акция-то закончится государственная. 100%. Сережа! Чё? Сегодня тот самый день! Да не, да не! Напиши мне! Что? Не-не-не-не! Блять! Ну хотя бы не при нем уже радует. Напиши мне весенним лучом. О! Давай я с тобой поиграю! Не надо, я уже заканчиваю! Так, все! Мне это надоело! Так, что у нас происходит? Ничего. А что ты тогда себя так ведешь? Что я тебе плохого сделал? Ну что ты молчишь? Говори. Сейчас будет трогательно. А правда, что вы меня из дома выгоните, когда мама родит? Кто тебе такое сказал? Вадик, его старшего брата так выгнали. Так потому, что он до 30 лет у них на шее сидел. То есть вы меня не выгоните? Что ты такого говоришь? Конечно же нет. Ну ты же у нас, надеюсь, до 30 лет на шее не будешь сидеть? Нет, я как закончу школу, я сразу поеду учиться в город. Вот, типа ПТУ. Более, у тебя уже своя квартира. В смысле? Ну, квартиру, которую нам дают, я же ее на тебя оформляю. Ого. Ну все, успокойся, успокойся. Давай, включай свой мотор. Нихуя, это получается сын миллионер уже, может? Папа, играй. Беременна. Серёж! Что? Даже не знаю, как тебе сказать. Да говори уже, как есть. Я беременна! У-ху! Двойня? Ну хз. Подожди, ты серьезно? Ага. Света! Сразу к нему, блядь. Михаил, здорово! Можешь меня поздравить? С чем? У меня Светка беременна! Поздравляю! Шо, когда можно за квартиру с деньгами подойти? В смысле? Никогда. Ну я ж теперь тоже под программу попадаю. Сергей, вы ошибаетесь. Сертификат был только один. Его получил Виктор Петрович. А, борт. А я? Извините, тут я вам ничем помочь не могу. Может быть тогда Петровича задним числом уволим? Эх, сука. Не, надо спросить, блядь, раньше. За хлебом? Серёж, а ты куда? На работу. А вещи зачем? В командировку отправляют, на Алтай. Надолго? Ну, навсегда. Тут уже как повезет. Давай, чемпион. Все, пока, братан. Давай, отец. Папа, ты куда? Гуляй, да уж. За хлебом. Понятно. Самое главное, сынок, мать береги. Мать это святое. Ты сегодня уже, наверное, не придешь. Бля, трек пиздатый. Так. У этих-то квартиру-то дадут, нет? Ох, ебать. Лимузин прямо. Я просыпаюсь в холодном поту. Я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залила водой, что в живых остались только мы с тобой.
Наверное, это музыка апешная, бля, ну и похуй. Что над нами километры воды, что над нами бьют хвостами кизды и кислорода. Бля, кстати, да, он, получается, что, не вернется больше? Это же какой-то общий сюжет же все равно. Не может быть такого, что просто следующая серия, хоп, он уже здесь, блядь. Это как-то объяснить должно? Я лежу в темноте. Нет! Ебать, нет, да бо... Это тот... Он от него, от которого съебался, что ли, только что? Ай, бля! Слушая наше дыхание. Петрович, что с тобой? Петрович! Петрович, что с тобой? Петрович! Петрович, ты живой? А, блядь, нихуя себе. Петрович! Ебать, Петрович, ты живой? Ты как где лопату еб... Да. Серега, что случилось? Фу. Как ты меня напугал? Я думал, тебя лопатой приебало. Так все-таки все равно она беременна, получается. Нет, дети есть. В этот момент она уже беременна. Что, Серег, там Ленку с роддома привезли? Че, сильно головой ударился? С какого еще нахуй роддома? Ну, Ленка же моя уже на 9 месяце. И Светка твоя на 2-м. Хоть бери ролики на YouTube, снимай по его рассказам. А ты че, Свет, не смеешься? Бля... Сереж, я тебе сейчас водочки принесу. Я слушаю наше дыхание. Как так получается? Зачем он тогда его лопатой уебал, если он туда шел? Тупо ради шашлыка, блядь. Что за хуйня? А, блядь, это, наверное, в тот момент, когда он ёбнулся с этого, когда он за удочкой тянулся. А раньше и не... Они за шашлыком, думал, блядь, точно. Что у нас... Не, он не ушёл. На двоих с тобой одно лишь дыхание, но слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание, я раньше и не... Что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Еба, ребята, ну, если вам точно так же понравилось, как и мне, то приглашаю вас в свой телеграм-канал, там много чего интересного происходит и много чего, на самом деле, важного. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будем идем к 50 тысячам, спасибо за просмотр и всех целую в попочку, покедова.